З початку війни близько 10 мільйонів тварин загинуло від російської жорстокості. 10 мільйонів животних загибло от российской жестокости. 10 миллионов животных. Вот сейчас прошло 15 месяцев войны. 10 миллионов животных. Блять, пиздец, 10 миллионов животных. Я могу сказать, у меня дома живут коты. Я не знаю, что я сделаю вот любому человеку, который захочет у меня этого кота забрать. Их у меня несколько. У меня жили дома черепахи, попугайчики, собака. Ну, то есть я понимаю, что такое животное. Я понимаю, что это пиздец, как это кусок сердца. 10 миллионов. Представьте, сколько сердец людей вы разбили тем, что вы порвали связь с их близкими, вот этими вот, ну, младшими братьями. Ми бомбардували ангари з кіньми. Багато тварин згоріло живцем. Згоріло живцем. Згоріло живьем. Представляете? Вони блокували заїзди до притулків. Сотні собак загинуло від голодної смерті. Мені подписчики писали, вон собаки мертві, що люди повинні були біжати, собаки остались где-то в притонах, где-то, не успели даже открыть им двери. И говорит, когда раскрыли двери, то они не были, они друг друга не ели, они просто умирали голодной смертью, они друг друга не ели. Вони влаштовували сафарі на страху, вбиваючи птахів заради забави. Страусов забивали просто ради забавы. Страусов. Ну, я уверен, что русские так вот в Воронеж запусти страусов всех ради забавы. Не то, что они хотят страусов убивать, но для них это просто: о, страус, давайте камнями закидаем. Вот клянусь, вот Воронеж закидает камнями всех страусов. Стрельвали в зоопарки. Загинули экзотичные та рідкісні твари. Люди в России вообще не понимают, что такое экзотичные животные. Для них это вообще, ну, это как, знаете, вот просто очередное слабое существо, которое нужно забить до смерти. Але українці роблять усе можливе, рятуючи тих, за кого поручилися. Всю войну, с первого дня, вот как я начала вести ТикТок, я постоянно выставляю ролики, что как украинцы спасают своих этих котят, не знаю кого. Вот недавно, говорит, был прилет, дерево сломалось и упало дерево на бок. И там были гнездо и маленькие птенчики. Украинцы кинулись этих птенчиков спасать. Конюх Олександр три тижні блукав замінованим лісом разом з 13 кіньми, харчуючись листям і корою дерев. Олександру вдалося врятувати тварин. Олександр, власник.